День города открылся праздничным шествием. От Соковского моста и до площади Революции города прошагали спортсмены, музыканты, выпускники школ, учащиеся вузов, сотрудники предприятий города, военные и многие другие. Историю помним и творим. Именно под таким девизом в этом году Иваново празднует свой 143-й день рождения. Мы представляем культуру. Да. Мы все работники культуры, художественные школы, музыкальные школы, детские, дополнительного образования. Мы как бы живем вот здесь рядом, и нам нравится этот проспект, и мы солидарны с тем, что творится в мире. Вот нам все нравится. Иваново – город многонациональный. Для большинства текстильный край уже давно родной дом. Коллектив «Иберия» представлял нашествие ивановских грузинов. Вы любите этот город? Да, конечно. А за что? За все. Я здесь родилась, я здесь выросла. Вот так вот учусь и все. Это мой дом. И, конечно, какое шествие без невест. Девушки в белоснежных платьях – это уже давно визитка нашего города. Да и к тому же невеста в Иванове, она особенная. Я думаю, что особенная. И недаром говорят, что Иваново – город невест. У нас самые красивые девушки в городе. Даешь пятеру волонтеру! 20-14. Жаркие, зимние, твои. Волонтеры в шествии принимают участие впервые. 2014 – олимпийский год для нашей страны. Десятки парней и девушек из Иваново побывали в феврале в Сочи. Они работали волонтерами и тем самым навсегда вписали себя в историю страны. Вы знаете, на самом деле очень здорово, что волонтерам предложили поучаствовать в шествии. Мы с удовольствием собрались здесь сегодня, потому что в Сочи, к сожалению, ивановцы не все увидели друг друга, но здесь мы уже подружились, мы уже одна команда, и, конечно, очень приятно пройти сегодня по улицам города и напомнить горожанам о очень хорошем событии, которое произошло в этом году. Творчески подошли к оформлению своей колонны работники городских библиотек. Они надели костюмы известных сказочных персонажей. Ой, во, клевое шествие, вообще, people rulet. А вы такая современная баба-яга, да? Да, я такая современная баба-яга. Куда вы полетите на своей ДТ? Полечу далеко-далеко, за высокие горы, за дивные моря, за глубокие леса. А вы, Иваново, вы сегодня прилетели, узнали, что у нас день города? Да, я сегодня прилетела, на метелке прилетела. А впрочем, кто только не прилетает в последнее время в Иваново. Недавно, например, был президент. На своем вертолете он приземлился в самом центре города. Символично, что накануне нашего праздника город посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его вертолет приземлился буквально 300 метров отсюда, в центре города. Это прежде всего степень высокого доверия к вам, уважаемые ивановцы. Губернатор Павел Коньков обратился к Владимиру Путину с просьбой о присвоении Иванову звания города трудовой славы. Президент пообещал, что если такое звание будет утверждено, то Иваново непременно его получит. Мы гордимся тем, что живем и работаем в Иванове. И пусть каждый ивановец в любой день находит повод гордиться своим родным городом. А их, поверьте, немало. С праздником, дорогие друзья! Доброго настроения, чистого неба над головой! Историю помним и творим. И это 143-й день рождения, очередная страница в летописи, которую написали сами ивановцы. И этот день города наверняка войдет в историю как самый творческий. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.